В Апатитах в Дворце культуры прошел традиционный турнир по танцевальному спорту «Заполярный бал». Это уже 26-е соревнования, которые вновь собрали участников с городов Мурманской области. Танцоры представили латиноамериканскую и европейскую программы. Заполярный бал – красивейший и престижный турнир в Мурманской области. Так считают постоянные судьи из Москвы и Санкт-Петербурга. Сам по себе уровень танца, он очень высокий во всех группах. И самое приятное, что с каждым годом и количественный состав, он растет. А самое главное, что качество. Растет количество исполнения, растет количество участников. Например, в этом году в категории сеньоры к соревнованиям присоединилась целая семья из Мурманска. Пара по 10-м номерам, супруги с 20-летним стажем. За ними наблюдает их дочь. Вообще, вы первый раз на этом празднике. Мы участвовать стали в турнирах только недавно, весной. Это второй наш турнир? Вот это второй турнир. Надо еще подготовиться, потому что повысить собственную самооценку. Они танцуют уже 7-й год, а началось все с меня. Я сначала танцевала, они отдали меня маленькой, 6 лет. 9 лет я занималась. Это просто бесподобно. Мне очень нравится то, что они делают. То, что я участвую в этом, я их наставник. Это наш... Они вот как одно целое. Мои родители, это наша семья. Это просто здорово. Заполярный бал – это не только красота и грация. Занятия спортивными танцами развивают умственные и физические способности и даже помогают партнерам одновременно мыслить. Какими танцами вы занимаетесь? Медленный вальс, венский вальс, танго, степ, самбо, ча-ча-ча, джайв, румба. Заполярный бал, проводимый в маленьком заполярном городке, известен и в области, и в России, и за пределами страны. В прошлом году турнир был международным. В 2016 году ему планируется вернуть мировой статус.